Вот и всем привет. Предпоследний день перед переездом. Как говорится, фото в свете. Одна комнатка готова, дядина. Ну как? Потолок еще. Ну, тут натяжной будет. Поэтому главное полы. Батареи немножко прибавили. Что-то холодновато, кошмар. На улице еще дождиком поливает. О, кошмар. Погода не очень. Что, вот у нас зал в свете. Диванчик, три креслица. Сейчас будем бомбить кухонку. Привет! Всем привет! Сапитый. Ну, сказать привет. Как у тебя? Она помыла ручки в нашем чайничке. Это вы не должно быть видео, значит, конечно, она была ручки в кипятке. Я же брызги прям, как это такое убирать чайник. Чайник. Ладно, сейчас эту детскую все выносим, будем делать да, кухню. Ушел за работу. Потому что скоро уже обед, а папа спал стоя как конь, что ты хочешь? Я не сомневаюсь. Я так, мониторчик скоро подключим будет, у нас телевизор. Это самое главное. Сейчас надо лестницу пылесосить. Так и не пылесосил, а лестницу пылесосил я. Никто ее не пылесосил. Когда ты ее пылесосил? Я ее вчера не пылесосил, это никто не пылесосил. Я даже не добралась пылесосом до той комнаты. Это вот старость твоя насыпалась. Вот ты ходишь, ходишь и сыпешься. Так, давайте работать. Сейчас будем работать. Что еще у нас интересно? Ну тут-то, в принципе, так останется, скорее всего. Так останется, скорее всего. Это вот наше нажитое имущество. Вот его нужно куда-то девать, раскидывать. Шкафов пока папа не сделал. Вот на спальню желаю. Тут еще мамку уже ночевала, пробовала. Кроватка полтораметровая, компьютер. Вот как раз сейчас идет рендеринг. То есть включил и ушел. Никакого монтажа, но извините, пока сейчас нет времени. Это вот этого канала. Мамкина рассада. Что тут выращивать, не знаю. Катюхин домик. Ну и сегодня будет еще карнизы делаем. Будет вообще классно. Ну тут бы шкаф строим. Вот на днях, чтобы уже нормально было. И вчера не показал. Вчера вечером сделал потолок. Зацените. Пам. Вот такие классненькие светильнички. Ну, тут все бело, свежо. Да, то есть комната покрасится завтра. Сегодня не хотим красить. Пол полностью отпылесосен. Еще пока работает этот мой. Это вот, наверное, первый вариант, когда подарили что-то отдельное. А то обычно дарится, как говно, он ломается. Тут еще был такой казус. Мы купили, получается, светильники. Вот таких 12 штук. И 2 штуки, видите, их нету. Потому что их подсунули вот такие. А должны быть вот такие. О, зато когда в магазине открываешь коробку, дикарь ковыряешься там, так смотрят, типа, ты чё, парень, 21 век, ну вот видите. Хорошо они дешевенькие, они по 170 рублей, если дорогие были бы, ну это представляете. Ну все, сегодня сейчас активно будут собирать кухню весь день. Сегодня мы уже готовимся, последний день уже, все. Будем вещи переносить и завтра заезд. Ну, что ж, погнали. Ну, короче, мы на кухне. Затяните наш колхоз. Это разработала мамуха. Это лучшее, что за сегодня. Хотя бы рейки поставить. Ну, что это за... Какие еще рейки? Ну, вот тут рейки на четырех ножках. Это... Не хочешь? И что, не будет ветер тогда? Ну, да. А будет надежно? Ну, как думаю. Не, ведра надежнее, это по-любому. Не знаю, что попереть, попереть ведро. Могу диплом принести, чтобы не качало. Ты будешь это долго делать, то уже нет. Уже... Холодильничек запустили мы, да. Вот наша дорогая столешница. Тут хоть холодно. О, холодно, хоть заработала морозилка. А это моя большая детская. Да, Катюхин, что это такое? Да. Да.
Вот, коротко, как мы переезжаем. Мы взяли самое главное, это большую детскую. Вот она начинается отсюда и заканчивается, по-моему, на кухне. Да, на кухне. Вон она там коробку видим в стуле. Катюх, тебе нравится тут? Да, я это. Ты все взяла необходимое? Может, что-то лишнее, нет? Нет. Нет? Ничего лишнего нет? Молодец. У нас здесь все нужно. Так, вот наш коридорчик. Извините. Ну, тут надо еще прибраться. Сейчас будут находиться такой марафетик. Ну, на полке пока прям к этому, к стене на штукатурку сделаем. Для обуви 2 яруса. Эти все я уберу. Получается, там на этой неделе сделаю стяжку. Ну и уже на стяжку можно будет. Но сейчас не могу, тут мамку вон своей рассадой заняла. А на улице сейчас ливень. Так что нас не высунешь. Да, кстати, видите колеса? Это мой фундамент будущий. Наверху пока изменений особо нету. Пока все с кухни вынесли сюда. Это сейчас все раскидается. Из этого начнем делать кухню. Начинаем уже завтра. Сейчас вечером посидим, сделаем проект. Катя, это бардак? Да, бардак. А кто его развел? Я. А убирать кто будет? Мама. А-а-а. У нас везде справедливость. Ладно. О, мы уже в туалет даже зашли, да? Уху, лоточки с необходимым. А то, говорят, полки лишние, но-ка тут пусто. Конечно, нет. А, говорят, полок много. Ничего немного. Ладно, мы пока все это раскидаем по углам. Потом посмотрим, что получится.